Я уже давно профессиональный актер. И по образованию, и по воспитанию я тоже профессиональный актер. Вам я потому что застенчивая девочка, которая перепугала своих, блядь, окриков и отстуков, моего там лиц власти. Вот такая охуевшая, оголтелая, уверенная, чтобы, значит, мужиков в состоянии просто отменить, значит, охуевший, ты мне карьеру отменил, вы мне, блядь, падла, блядь, не судьи. Ты мне отменишь просто мои занятия, камеры, тебе бассейн, блядь, его. Гарантированно в записанном досье, что достаточно подключить мужика, который находится постоянно отключен в состоянии другого пространства. Ты мне просто приведешь кражу хищения в особо крупном размере. У тебя просто записано 100% досье, ты не допустишь доказать, что я туда ныряла до 2 часов. Кабель, ты мудак? Со своей прогубернаторской, то есть фотошковской сетюхой. Ты веришь, что ты мне верно, ты расчертил 100%, выколол ты, блядь, площадки, блядь. Давай, покажи появление муженька или выключенной музыки. Ты говоришь, ты не пишите, как эти бутылки. А что ты мне бутылки снова надела? Я что-то не поняла. У тебя имущественные претензии, что ли? Встретимся в суде.